конце мая наконец состоялась премьера долгожданная вашей новой работы. Долгожданная. Долгожданная не только, естественно, для вас, но и для поклонников вашего таланта. Это вещь «Полеты с ангелом. Шагал». Так вы назвали пьесу. В оригинале у автора... «Полеты с ангелом». Она просто называется «Просто полеты с ангелом». Почему вы решили вот в названии прописать обязательно, вот обозначить, что это бренд «Шагал» будет использован? Почему вы такое выбрали название? Чтобы... И так достаточно непростой спектакль не осложнять еще таинственностью излишней. Угу. Это пьеса, это сочинение автора с похожей фамилией Зиновий Сагалов. Да. Сагалов. Да. Оно в стихах. Да, это удивительно. Это очень сложно, мне кажется. Это сложно и для постановка. Исполнения, и для восприятия, но я совершенно уверен, что это, наоборот, проясняет мозги и взаимоотношения со зрителем. Потому что от этого отвыкли. А стих легкий – это не рифмованный стих, это не песенка. Угу. А это шекспировский размер, свободный стих. Угу. И объявить, о чем речь. Сперва мы думали просто назвать «Шагал», потому что названий с ангелом разных видов ангелов очень много. И все-таки авторское название было «Полеты с ангелом». Угу. Этот спектакль, которому я отдал очень большое время в обработке первого варианта пьесы и приведения его в пьесу для большой сцены, перешел от двух персонажей, двух исполнителей, фактически чтецов, которые у автора, к 10 людям, которые находятся на сцене здесь. Пока я искал человека, который бы поверил в эту довольно оригинальную затею, потому что вы про продюсера сейчас говорите? Да, продюсер. Я так понимаю, что с театром Моссовета вы не смогли прийти не к пониманию. И очень долго искал человека, который бы в это поверил и доказал бы, что он в это верит. Mm-hmm. То есть сказал бы, я буду это делать, я буду это обеспечивать. Mm-hmm. Это стал Леонид Роберман. Это известная мне фирма, на моих глазах родившаяся, я в ней играл один спектакль, очень для меня тоже важный, дорогой, много лет назад, 12 лет назад. Называется она «Арт-партнер 21». Mm-hmm. Тоже в рифму с когда-то мной сделанным спектаклем «Игроки 21». Это в преддверии наступившего теперь уже века. Mm-hmm. Мы пытались забросить себя... А что же понадобится этому веку? Как я убеждаюсь, что этому веку нужны совсем неожиданные для меня вещи, которые либо надо оправдывать и подстраиваться, либо... Какие вещи нужны этому вкусы, веку? Вкусы. Ну, прежде всего, им нужно с кнопками этому веку. Что-нибудь с кнопками. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».